Распространение варианта омикрон подталкивает ковид к тому, чтобы стать эндемическим заболеванием, с которым человечество может жить. Однако пока он остается пандемией. Об этом заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам, подчеркнув, что долгосрочная стратегия борьбы с коронавирусом не должна основываться на постоянных и частых бустерных прививках. Мы еще не видели данных в отношении четвертой дозы. Мы хотели бы их получить, прежде чем давать какие-либо рекомендации. Но в то же время мы весьма обеспокоены стратегией, которая предполагает повторную вакцинацию в течение короткого срока. Эксперты ЕМА также предупреждают, что при частом применении бустерных прививок у населения могут возникнуть проблемы с иммунным ответом. Специалисты ВОЗ говорят, что ближайшие месяцы в Европе будут тяжелыми. Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы омикроном в течение следующих 6-8 недель. За первую неделю наступившего года в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заболевания COVID-19. Причем за двухнедельный период заболеваемость выросла более чем в 2 раза. Штамм омикрон быстро стал доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканы.